Привет всем, кто меня знает. Дважды привет всем, кто меня еще не знает. Уважаемые молодые музыканты, я приглашаю вас на кинопробы нового документального мюзикла «Пророк». Говорит и показывает дедушку уральского рока Александр Никитин. Музыку пишу с 12 лет. Пробовал себя в разных жанрах. Но рок-музыка главная для меня. Царство вечного сна. Меня зовут Михаил Симаков. Более 20 лет я являюсь участником группы «Апрельский марш». Привет, меня зовут Владимир Шахрин. Алия. Я Сергей Бабунец. Вечно молодой, вечно пьяный. Я Алексей Глазатов, программный директор нашего радио. Про что кино? Про что кино? Мы отберем 5 лучших из лучших и будем наблюдать за ними в течение года. Чтобы выбрать среди этих групп самую лучшую, о которой я так давно мечтаю. Кто та молодая шпана, кто сотрет нас с лица земли? Если вам есть что сказать, есть что предложить, есть что спеть, добро пожаловать в наш фильм. Я хочу, чтобы о том времени, в котором мы живем, судили именно по этому фильму, а не по каким-то выпускам политических новостей. Удачи! И кинокартина «Пророк» начинается. А вы Рокопопс или кто? Да-да-да. Всем привет. Мы долго думали, что сказать в этом видео. И пришли к выводу. Мы группа 6 дней. И мы будем принимать участие в съемках фильма «Пророк». Здравствуйте, уважаемая съемочная группа фильма «Пророк». Здравствуйте, уважаемый Евгений Григорьев. Меня зовут Витот Лаврехин. По званию участник группы 10 дней в неделю. По научению Максима Лыжина, нашего лидера, имею волю сообщить, что наша группа 10 дней в неделю хочет принять участие в фильме «Пророк». Я басист группы «Жоперы». Это видеообращение я делаю один, так как вокалист болеет, барабанщик на работе, гитариста наказали родители. Мы, группа «Жоперы», согласны сниматься в фильме «Пророк». Здравствуйте. Я художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля «Мохнатые ракеты». Нам было бы очень интересно принять участие в съемках фильма «Пророк». Привет! Мы группа «Косник Латте». Хотим участвовать в фильме «Пророк». Здравствуйте, я директор группы «Агама» Курбанов Юрий. Мы, группа «Агама», хотим участвовать в фильме «Пророк». Мы хотим участвовать в вашем фильме «Пророк». О, да-да-да, вот это мы, привет. Мы тоже хотим сняться в вашем фильме. Да, мы группа «Пророк». Подожди, как оно? Не вижу. Группа «Лесная саперная дивизия». Мы группа «Аргенту Мастер», и мы хотим принять участие в съемках фильма «Пророк». Гойка! Гойка, давай! Я танцую рок-н-ролл с облаком. Мы группа «Гонцы», мы хотим сниматься в фильме «Пророк». Дорогие свидетели уральского рока, наш творческий шлюх рок-коллектив узнал о событии поистине исторического значения. И, конечно, мы не можем остаться в стороне, поэтому настоящим сообщаем, мы группа «Роки» хотим участвовать в фильме «Пророк» за кино! В Екатеринбурге. Коротко о главном. Президент России Дмитрий Медведев прибывает сегодня в уральскую столицу. В ходе визита он обсудит проблемы обеспечения жильем военнослужащих и откроет новую станцию городского метро «Ботаническая». Наблюдатели ожидают массовые вбросы и фальсификации на выборах в Государственную Думу 4 декабря. Между тем, на выборах в Демократической Республике Конго победу одержал действующий президент Жозеф Кабила. И сегодня же в Екатеринбург съедутся более 100 музыкальных групп для участия в кинопробах фильма «Пророк». Выбирать героя нашего времени будут звезды уральского рока. Жара на избане. Че это за чучело? Здорово, брат. Бухаешь, наверное, плохо выглядишь. Да, посидел что-то. Доброе утро всем.
Я хочу буквально два слова сказать. У нас не конкурс песни. Не та история, это не минута славы. И выходя на сцену, вы это понимаете. Это кинопробы. И вы должны вот зацепить нас чем-то. Я не знаю чем. Женя, берушь. Друзья, топик, пожалуйста, не так разгоняйте. Готовы? Камеры? А. Есть. Б. Есть. С. Есть. Погнали. Кинопробы, группа «Жоперы». Ой. Он страшнее террористов, он страшнее урагана, сносит все и всех, где угодно и когда. Чикатило в стороне, курит нервно и стоит, где теперь боятся всех, составляет. Я лучший, я герой, я лучший, я герой. Герой! Герой! Просто Горыныч. Столько лет вслепую ушли, а куда идем, не знали. Роги. Гаранда, гаранда. Ногами парят. Города, города! Практически у всех ноль сексуальности. То есть рок-н-ролл такой весь замешан. То есть там должен быть секс. А его здесь нет. Любого повода. Они молодые люди. Почему его нет? Я не понимаю, их что-то не волнует. Жизнь не вечная игра, осень не весна. Я на все найду ответы. Жизнь вечная игра, осень не весна. Будешь ты зима. Ну что? Вообще. Катастрофа. Что? Что вообще? Вообще нах. Что-то я чувствую истерика, обеспеченная. Какой-то слабонервный. Вроде пустырничка уже выпил. Ужас, конечно. Сейчас накапаем тебе. Ну мы нахапаем, ребята, вообще эмоции. То есть можно, да, разбираться? Да. Выступили очень хорошо, приятно выступать перед понимающей публикой. Отлично, мне очень понравился звук. Да вообще хорошо, мне понравилось, короче. Как-то так прям аж бодро сыграли. Молодцы, мне кажется, мы. Закодируйся, Колян. Закодируйся скорей. Рок-н-ролл, рок-н-ролл, просто я не понимаю.
Олег. Это собственная песня? Да. А кто написал? Написала Валя. Валя написала? Да, вот, барабанщица. А аранжировку тоже все вместе делали или помогал кто-то из взрослых? А вы, дяденька, с какой целью спрашиваете? Мы представляем новый совершенно для России, да и всего мира стиль, популярный андеграунд. Калифорнийский поп-панк типа такого стиля. Играем музыку в стиле heavy power metal. Играем электронно-шаманский рок. Английский, русский, французский шансон. Авторские произведения. Конкретного направления не имеем. Может быть пока, может быть вообще. Нам удается создать то, что еще до нас не звучало. Лишь дай мне надежду. Что ночь длиннее дня. Битва за чупандор. Битва за чупандор. Если сейчас Ермак придет, то это долгая история. Кинопробы группы СМР. Самому лояльному барабанщику. А можно еще одну сыграть? Нет. Времени у нас нет. Мы вторые сутки тут сидим. Просто он первый, кто не бил в рабочий барабан. Не выдержал. Убили чувака. На вторые сутки умер бы. Когда умолкнут все песни, которых я не знаю. А ревидора нет. Нету. Мультикрик нет. Последний мой бумажный пароход. Призываю всех иметь свою точку зрения. Вот я исхожу только из одного критерия. За кем мне интересно было бы наблюдать? Ну, практически 80% групп, вот не хватало какого-то ощущения опасности, да? Вот то, что должно быть в рок-музыке, это что... Они в дом к тебе войдут и сожгут его нахер. Да. Вот мне было бы интересно наблюдать за этими мальчишками из Виа Домашняя. Я проповедник блюза. Я проповедник блюза. Значит, на первом месте у меня стоят две команды. Это Космик Латте и Ухо Радуется. Понятно, что Космик Латте мне очень нравится. Но ты идешь так красиво, тебе нужна перспектива. Самые кинематографичные – это «Городок чекистов», потому что они настолько странные, что да, даже... Да. Чекисты настолько странные, что опасны даже. Собаки не курят, собаки спят, плавают в дубе лавровые листья, но никто не пишет мне письма. Мне понравился очень мальчик из группы «Сам себе Джо». Да. С таким абсолютным, у него прямо чертики в глазах вдруг возникали. Черт у вас и вашу войну, черт у вас и вашу войну. Из-под этой шапки смотрит, вдруг у него что-то взгляд, такое, да. Прямо вот, да, вот эта чертовщинка там есть. У нас есть бесспорные три группы. «Городок чекистов», «Сам себе Джо» и «Космик Латте». Да, да, хорошо, что Екатеринбург так хорошо будет представлен. Того ощущения депрессии, с которым мы вчера с Мишей возвращались домой, не будет. И у меня был тайный смысл все-таки поглядеть с радийной точки зрения, что делает нашему радио, в каком направлении двигаться. Да. Надо ли рассчитывать на то, что молодая поросль, у нее есть хоть какой-то такой, даже не какой-то, а реальный шанс там занять существенное место. И естественно, что потому что я увидел, понял, что нет.
Вот мой цех. Сюда я каждый день и хожу. Скучно. Здравствуй, жопа, Новый год. Отлично. Ну, Никита, тебе тоже. Чтобы ты начинал более так это проникать в эту смысл. Понимаешь, Никита, стиль может быть разный в музыке. Это независимо. Но духовность в музыке все-таки должна. В искусстве, понимаешь? Потому... Да, вот самое главное, чтобы ты через душу. Да, от души шло. Скрутилась вся штука. Блин, чтобы на века, да? А все я приклеил. Стас Михайлов, о тебе скоро забудут, а нас будут знать все. Ага. Че, куда еще приклеим? Это думаю, на массажный салон стоит, будет отличная реклама. Уважаемые граждане России, сейчас в каждом доме праздничное настроение и совершенно особая атмосфера. Ровно 20 лет назад мы в первый раз встречали Новый год в стране с именем Россия. Да, мы все разные, но именно в этом наша сила. Дорогие друзья, пора открывать шампанское и загадывать желание. Черт, у нас нет шампанского. Желаю, чтобы в вашей жизни была любовь. Чтобы исполнились все ваши мечты. Верьте в себя, а я верю в каждого из вас. Давай быстрее. И все у нас получится. С новым 2012 годом. Что? Будем лучше делать. Вы сняли хорошо, но это не кажется большеголовым. Пусть все начинания и окончания исполнятся в новом 2012 году. Екатеринбург. Крымских водителей ожидают штрафы за управление автомобилями с украинскими номерными знаками. Напомню, президент Владимир Путин 18 марта подписал договор о присоединении полуострова к России. Новости культуры. Съемочная группа фильма «Пророк» продолжит работу над картиной, которая была прервана 2 года назад. Уже сейчас съемочная группа находится на пути в Екатеринбург. Мы связались с режиссером Евгением Григорьевым по телефону. Алло, Евгений, добрый день. Где вы? Где-то в России, между Новгородом и Казанью. Мы сейчас как раз смотрим то, что сняли сами герои, пока мы искали деньги. Желаем вам безоблачного счастья и бесконечной искренней любви. И все, о чем мечтаете вы вместе, пусть непременно сбудется у вас. Я женюсь не только... Женился на девушке. Я еще женюсь на музыке. Это моя музыка. На музе? Я своя музыка. Это моя музыка. Ну, это музыка. Это все музыка. Дима, он же сказал, музыка, значит, музыка. Он разные вещи говорит. В 12-м году Екатеринбург полюбит наш звук. За то, чтобы у вас не было проблем с детьми. Ура! Правильно! Что вы думаете, что сейчас представляют из себя екатеринбургские музыканты в наше время? Ничто. Потому что их никто не знает. Это замечательное направление. Оно нужно. Оно нужно молодежи. Где оно? Все, идем встречаться с Олегом, Клинфильдом и с Бубой. Вопрос, сколько раз вы репаете? Ну, 3 раза мы репаем по 3 часа. Для того, чтобы как бы, сделать рывок, нужно реально полгода по 8 часов в день. Я работаю, чтобы заниматься музыкой, но при этом работа мешает музыке. Если я буду заниматься музыкой, то не будет работы, тогда не будет денег заниматься музыкой. Этот алгоритм вам и не подходит, по сути, да, получается?
Нам нужно какой-то спонсор, бизнес-проект сделать. Да, мы думали об этом. Не бывает сейчас спонсоров, да, друзья. Время. Хорошо, что Олег с нами, он вам сразу поставит на место. Бюджетов их нет, потому что все, альбомы не продаются, и деньги только с концертов. Чтобы начать зарабатывать на концертах, ну, это все равно путь. Смысловые галлюцинации вручили нам гитару, чтобы мы дома репетировали, и этот замечательный компьютер. Вот наш первый проект в Лоджике. Песня «Координаты». Но не ловил, не ловил напрасно. Не успели мы начать, и репетицию нам закончили соседи. Конечно же, совесть нам не позволяет стучать, когда первый класс ребенок сверху живет. Назло станем знаменитыми. Настолько известными и популярными, чтобы этот ребенок в 12, 13, 14 лет на всю катушку врубал нашу музыку, вот чтобы она сверху звучала очень громко. Мы собираемся на концерт Нирвана. Сегодня мы изменим мир раз и навсегда. Человечество, запомни нас такими. Мне очень нравится сниматься в кино. Башли, филки, лудяга, наличман. Качели. Сейчас поедем, получим 4000, будет нормально. Я считаю, что когда Солженицын писал свой роман «Красное колесо», он опирался во многом на трилогию «До Спасса», 42-я параллель. Но, по-моему, это полная мура. Алкоголь не там. Сегодня мы будем записывать нашу песню. Снимаем, как Дзига Вертов. Слава прочисти, закрыл. Я выпил белого вина, но это не моя вина. Пустынный пляж, восточный шортаж. Жаркий призрак придавлен плитой. И вы меня извините, что я так с вами, но жаркого призрака быть не может. У нас может. Они холодные. Если белого вина выпьешь, то постоянно бывает жаркий призрак. Призраки, когда они появляются, всегда они сначала холодно. А вы видели призраков? Видела. Че, пацаны, записались? Во, записались. Рок Арсенал на 104.5 FM представляет. Добрый день. На саммите Европазии обсудили урегулирование конфликта на Украине. Встреча прошла в рамках рабочего завтрака форума. Отмечу, что накануне сообщалось, что в результате обстрела Донецка украинскими силовиками погибли 30 мирных жителей. Кто из наших ребят звучит у вас на радио Арсенал? Наверное, никто. Кто у нас там? Городок чекистов. Городок чекистов, я последнее, что о них слышал, это был их альбом. И это было, наверное, год назад. Нигде не вижу, чтобы они выступали. Козмик Латы вижу везде. А, сам себе Джо с тех пор вообще не слышал ни одного упоминания. У тебя полный, так сказать, диапазон. Иных уж нет. Другие вроде как вперед и выше, а третий, ну, как-то так. Новости? Давайте. Читай новости. Рок Арсенал на 104.5 FM представляет. Они сковали нас одной цепью. 30 лет назад застучало сердце Наутилус Помпилиус. Вячеслав Бутусов и группа «Юпитер». Радиопередачу с добрым утром.
ком по душе прошелся. Битлз для меня это классика сейчас. Ну как вот Бизе, как Чайковский. Что, за музыку, да? Давай за музыку. За музыку. Касается творчества группы «Сам себе Джо», у нас все замечательно, на самом деле все плохо, потому что нас уже отшили с двух фестивалей, не приняли заявки, с радиостанции не отвечают, короче, мы остались непонятыми. За группу выпьем, за группу? Группы больше нет, я ее развалил, сейчас мы играем просто инструментал. Дело в том, то, что она взялась меня исправлять. Кто она? С определенного момента. Супруга моя. Саша, да? Ну, да, Саша. Саша, вы с ней знакомы, конечно. Плюсом ей никогда не нравились, конечно, стихи. Я себе рот зашил. Зачем? Больно говорить вещи, которые не нужны никому. Я взяла 1000 из учебы. Угу. Ну пусть она тогда у тебя будет. У тебя есть на завтра? На сики? Ну, она идет. Чего-то ты стала вставать сильно. Ну, что-то, наверное, работаем по учетный период. Морально ты хоть не устала? Всяко устала. Всяко устала. Любовь — очень интересное понятие. А любовь — это вообще, это ой-ой-ой. Это любовь. Угу. Ну и дальше. Коллектив из Екатеринбурга «Сам себе Джо» сегодня первым представит свою песню, которая носит необычное название «Дорогая». Музыканты словно посылают нам с вами зашифрованные послания. Кого-то очень сильно достала какая-то женщина, и этот человек будто бы не знает, как поступить правильно, друзья. Парень, беги скорее оттуда. Я встретил другую девушку. И все мигом порвалось. Как будто бы это было натянуто. И как будто бы маленькая иголочка. Все лопнуло в одночасье. Это трагедия, это трагедия. Не передергивать. Я-то привык, знаешь, что пить, вон, стояло-то это говно. Так, ну что, типа, репетировать? Арсенал на 104.5 FM представляет. Этот логотип мы рисовали на партах, а музыку переписывали с кассеты на кассету. Жаль, подмога не пришла, подкрепление не прислала. Нас осталось только два, нас с тобою. Прежде чем вступить в серьезные взрослые отношения, надо договориться о них. Мы предлагаем, чтобы медиалаборатория во главе с нами выступила в качестве продюсерской компании для вашей группы. Вот. Я Олег Генетвед, директор группы «Смысловые галлюцинации», «Чечерина», «Сансара», проекта Коли Ротова и директор медиалаборатории
где мы сейчас находимся. То есть, чего люди от меня хотят? Хотят, чтобы я сделал так, чтобы у них появились деньги. Вот. Это большая ошибка. Что мы можем вам предложить? Администрирование, продвижение, саунд-продюсирование, запись, сведения, мастеринг, пресс-атташе. Значит, чего мы хотим от вас с момента подписания контракта забирать 30%? То есть, соответственно, если у вас будет больше гонорар, будет больше концертов, естественно, проценты будут уменьшаться. Нет, процент не будет уменьшаться. Процент, вот пока мы не выйдем в ноль, он уменьшаться не будет. А когда мы выходим в ноль, после этого имею в виду. Да, после этого процент уменьшится. Все сейчас по-серьезному, дух захватывает, вопросов не возникает, только да. Сейчас мы вот так вот устно разогреваем, смысловые галлюцинации, о чем мы вообще мечтать просто даже не будем. Прям какой-то бум. 12-го, короче, декабря нам нужно будет выступить, будет закрытая вечеринка, где будут все директора масс-медиа приглашать смысловые галлюцинации, но смысловые галлюцинации не смогли, вот, и, собственно, там мы выступаем вместо них. Ни много, ни мало. Вы знаете, такое ощущение, что вновь возродилась молодая, задорная Агата Кристи. Такое бывает? А оказывается, бывает. Самый лучший проект. Группа Cosmetic Latte. Потом 17-го у нас презентация песни и 21-го у нас сольный концерт. А потом 22-го мы едем на разогрев B2, а потом еще Новый год. Короче, вообще, в школьной программе шпилем. Конечно, пока все это без денег, но зато за идею. Все есть. Единственное, что если вы чувствуете, что людей нет и люди не будут вас сейчас поддерживать, не надо этого делать. Если ты здесь понимаешь, что как бы полтора землекопа в зале, и то есть этого не будет, лучше фигачьте, потому что энергетика, она валит. И лучше выглядеть сдержанней, да, нежели выглядеть смешными. У нас в стране давно не было таких песен. То есть до этого были песня «Вечно молодой», «Смысловые галлюцинации», потом «Би-2», «Полковника никто не ждет». А теперь «Cosmetic Latte». Процесс нанесения, конечно, да, это будет история. Когда человек подходит к стене и в конце зависаем на логотипе. Свобода, ты наша мода. Свобода, ты наша мода. Я хожу по стойке смирно, перед начальником милиции стою, Лариса Михайловна, оправдываюсь. Они тут стоят и рисуют, им хоть бы хны. Свобода, вот что это? Мы сейчас все закрасим. Вы меня не волнует, вы мне, если я сейчас фасад закрасите. Давайте, пожалуйста. Все, нет, все мне, пожалуйста, ваше, не, никак. Я вас сдала, и вот пусть милиция разбирается. Оказывается, счастливым можно быть абсолютно без денег. Мы сегодня с Аней идем пешком до дома, потому что у нас кончились деньги, мы отдали все за репетицию. Балтийский берег, рыжая заря. Деньги нас не интересуют, нас интересует творчество. А уж если мы это будем делать хорошо, то деньги они сами придут. Ты работаешь ради денег, будешь петь ради денег, будешь жить ради денег. Все ради денег. Сколько сейчас ты любишь? А? Сколько лет? Мы сейчас 25. 25, ну, 40 ближе, поймешь. Сколько вот? В этом году мне уже исполнится 27 лет. То есть хотелось бы, чтобы к 30 годам то у тебя это что-то было за плечами такое достойное. Что можно было назвать мужчиной, там, еще что-то.
Угу. Может, было нормально зарабатывать и деньги, там еще такое. Если это не получается, значит что-то либо со мной не так, либо вообще не можешь, да? В принципе, если бы я все это время, например, занимался бы своим делом, непосредственно конкретно рисованием, да, там, то это все краски, это все холсты. То есть их можно выставить, поставить, посмотреть. То есть эти деньги и время, которые мы потратили на репетиции, на людей, то есть как бы это ушло просто в никуда. Для меня, так скажем, это вообще может быть какая-то такая точка, когда я уже выберу самое главное дело в своей жизни. То есть, если я, допустим, художник, да, там, то я художник, а не музыкант. Каждый раз произнося то, что, может быть, тебе не стоило быть музыкантом, ты разрушаешь свою вселенную, понимаешь? Я себе никогда не позволял этого. И из-за этого у меня получилось. Как только ты даешь себе эту возможность, она тебя начинает точить, понимаешь? Не сейчас, так через месяц ты скажешь, эх, черт, все-таки, блин, надо завязывать. Не, надо, знаешь что, надо просто писать песни. Если у тебя получается, вот у меня, зараза, не получается. Ты же приезжаешь домой, ты понимаешь, что, блин, с Никитой, с сыном не посидел, на гитаре не поиграл, футбол не погонял, с собакой не сходил. Да, надо песни заранее писать, пока мы готовим. Да. Взрослеешь, уже никогда песни писать. То есть просто каждый день надо выделять, не знаю, часа два просто сидишь и пишешь мне. Просто вот давай договоримся, что ты неделю думаешь и говоришь, то есть как бы я буду этим заниматься. Ну, то есть да, нет смысла создавать временный проект, делать так делать. Это как бы и нас тоже касается. Мы решили снимать нашу повседневность без всяких прикрас. И поскольку повседневность состоит из довольно однообразных действий, то я стал использовать это с лихвой. Вообще мы организовали группу с нашим барабанщиком Сережей. Сережа архитектор. Он работает в архитектурном бюро. Серпан, открути крышечек. Для фронта там даже все, что хочешь. Все до тебя. Серпан, закрути. Ты же фронтмен. Серпан, будешь пивас? Алёша, наш гитарист, ведет такой филистерский образ жизни. Какие-то интеллектуальные наслаждения, мысли о будущем и пить легкие алкогольные напитки. У нас все хорошо. Волнующий момент. Можно выключать, мне нравится уже. Последний хит записан, Женя Григорьев. Да, Женя Григорьев, у нас все хорошо. Сережа слушает наш последний хит. И ну, у нас очень холодно в Екатеринбурге. Пришли нам в жару, Женя Григорьев. Пожалуйста. Вчерашний день помещен в 7 коробок. А сегодняшний будет еще менее дорог. Зачем мне все это? Все, что было согрето. Пока, Екатеринбург. Женя Григорьев, сварено в Перми. Сварено в Перми. Это Пермская? Слушай, Пермь, это нормально. Привет, Москва. Женя Григорьев, ну, в общем, у нас начинается заграничная через гастроли. Мы профессионалы, и мы можем сыграть как в Днепропетровске, так и в Киеве. Мы будем репетировать всю ночь.
Это будет экспериментальный концерт. Женя Григорьев, у нас все хорошо. Ничего получается, документалочка. Чего так мало пришло? Это провал. В смысле, это успех. Ермолай, ты что не снимала вообще? Покажи. Ну там немножко. Выглядит красиво хотя бы. Ну так себе. Перед нами очередной классический образчик нарышкинского барокко. Вы видите ряд пилястр. Когда вы последний раз репетировали? В конце августа. А нет, мы же потом еще хотели песню записывать. В сентябре. Мне кажется, просто мы все четвером подобрались какие-то довольно ленивые. Помимо лени есть еще какая-то ироническая поза наблюдателя. Как красиво, а? 8 часов вечера в Екатеринбурге. Коротко о главном. В республике Саха, Якутия, прошла торжественная церемония соединения первого звена магистрального газопровода «Сила Сибири». Атомная подводная лодка «Владимир Мономах» произвела успешный пуск баллистической ракеты «Булава». Ой-ё, на нашем радио. Понял вообще, про что произведение «Алиса в стране чудес». Про что? То есть это зеркали. Вот, ты на сцену выходишь, вот это пум, и меняется все. Время, пространство, ощущение своего тела. Мне кажется, что я такой молодой, стройный, высокий, красивый мужчина, понимаешь? Потом выходишь в гримерку, мокрый весь, там зеркало попадает. Иди ты, это вот сейчас выходил людей пугать, что ли. Владимир Шахвин, строитель, города Свердловска. Да мы не враги никакие. Все работаем, неплохо работаем на работе. И этим музыкой мы занимаемся свободно от работы время. Сколько концертов вы на этой сцене дали? Ну, очень много. По-моему, уже второй фестиваль Свердловского рок-клуба был здесь, вот, 87-й год. И там на сцене все одновременно, весь Свердловский рок-клуб, все. То есть я посчитал, там человек 12, кого уже в живых нет. Это вот здесь было. Уверенность, что сделать хорошую группу и иметь хороший какой-то резонанс абсолютно возможно, потому что возможности-то колоссальные. Вот у нас был такой разгильдейский коллектив, а был коллектив, в котором был художественный руководитель, у них были ноты, а мы, значит, на тарабарском языке пели что угодно. И вот я захожу, я слышу, как он их отчитывает. Ну вот эти два волосатика, Шахрин с Бегуном, они же играть не умеют, нот не знают, но они настолько уверены, что они Led Zeppelin, что люди в зале им верят, что они Led Zeppelin, но они выходят, мы Led Zeppelin. Люди говорят, точно, Led Zeppelin. И вы именно нас как раз и ждали. Люди говорят, точно, вот этих мы и ждали, наши. Мы разъехались, мы сейчас живем в разных местах. 21 апреля мы уже документы подали, то есть нам нужно будет, ну, чтобы пометку в паспорте сделали, что все. У нас фамилия общая, мы сейчас как бы братья, получается. Причина в диссонансе, как в нотах.
улица Ломоносова. Великий Ломоносов. Видел бы ты. Вот это. Или ты, не знаю, брать с собой вот это или нет. Это целая... Короче, это школа беглости и черни. Все, что связано с музыкой, это полезно. 54 этюда. Когда я училась в швейном техникуме, нам их выдавали, мы по ним занимались. Это нужно все? Да, это нужно, потому что я собираюсь еще шить. У меня есть книга про Дзигу Вертова. Ё-моё. Это нам отчим подарил сестрой. А вот платье, которое мне на выпускной шили. Мне кажется, его тоже стоит оставить. Хорошо. В деревню, если... Ну, там так не ходят. Там в Адидасе ходят. Дамы? Дамы и господа. Может, как-то скубатурить? Скубатурить. Чтобы завтра удобно было до Газели таскать. Доброе утро. Да мне хорошо было с ней. И соседи за меня радовались, что у меня соседка такая. Не скучайте, папа. Больше уж я тебя не увижу. Я в этом году умирать буду, последний год буду. Может, когда навестишь? Посмотрим. Счастливо, не болейте. Не плачьте, бабушка. Они депрессия, ну да, потому что они жили и работали с людьми, с которыми уже не были близки и с которыми не было взаимопонимания. Прошел год, ничего не изменилось в лучшую сторону. Прошло еще полгода и стало понятно, что ну все, так больше нельзя. Пьет река облака, мне бы на себя взгляд издалека, в сквозняках, в тупиках, говорю с собой на разных языках. Я потерян, друг, Екатеринбург, забери тоску вверх Исетский пруд. С ребятами расстались. Нам действительно грустно. Мы уже тогда как бы передавили немного палку, потому что там с Котовым еще мы поработали. Андрей Котов — это отдельная история, это человек вообще харизма. Я же вообще фанат этой Кристи. Когда вы приехали к нам в Асбест, я сам из Асбеста, вот последний концерт в ДК вы играли. Это не бы, мама, это не со мной. Неужели небо, неужели небо? Забиваю головой на ковре. Вам привет, это Сергей Бабунца. Да, у меня мама тут рядом живет, и я шел мимо, выяснил, что тут база есть. Мне надо было позаниматься, поэтому я искал ближайшее какое-нибудь помещение. Вот видишь, как все совпало. Вот. Андрей для них звезда, он пришел к ним на репетицию. Он человек активный, с активной жизненной позицией. Если кто-то что-то не умеет, он научит. Вот, и поэтому он немедленно и приступил. А что хотите-то?
Месседж то какой хочешь. Месседж. У меня с этим проблема. То есть мегазвезд как бы не существует уже. Их не сделать уже. Системный кризис на Земле. Во всех областях. Вообще во всех. Кризис. А мне так вопрос, что хочется. Мы не лезли, честно говоря, потому что мы не имели, во-первых, на это морального права никакого. Мы не владельцы группы Cosmic Latte. Если они считают нужным какое-то творческое сотрудничество делать, ну ради бога. Ну, тут что-то в Водолей приехал проверять, как дела в деревне. Гуселим. Ну, тревожно в деревеньке так. Слабый ход, извиняюсь. Господин, как-то ты хоп, и чё, ты сам слабенький оказался в этот момент. Вот в этой партии есть отражение какого-то сложности современного мира. Героя, который поет. Вот в ней тонкая, вот этих вот угловатость есть, сложность какая-то, вот эмоциональная. Главное ее не это самое, не рассосать всем остальными сложности вот этими секундами, которые там... Кто-то есть такой, который волнуется, ну блин, я не знаю, ну а кто-то там прет, может не стоит, и вы подумайте, в прошлый раз было не очень удачно. Да, а в рок-музыке нельзя таких вещей допускать, что кто-то волнуется. Никто не волнуется, всем поперли. Почему вы туда пошли? Да потому что пошли. 3 часа ночи, а у нас еще только все начинается. Спродюсировать их концертную программу. Пытался сделать так, чтобы там звучало и так далее. Это любовь! Это любовь! Это любовь! И он так реально давит. Он сутки сидит. Мы, то есть мы утром приходили на студию, в 12 часов мы возвращались, и то есть каждый день это было. И мы там писались, эти же самые песни. Мы в разных вариантах пробовали там все. Андрей Котов, а нас вообще не существовало. Все наши песни переаранжировал, переделал, вот. И, собственно, Cosmic Latte с нашими собственными идеями не осталось. Хотел как бы сделать кавер-проект на группу Агаты Кристи вместе с нами, но мне это показалось неинтересным, я подумал, что не надо. Суть в том, что у нас была возможность играть песни Агаты Кристи, и мы эту возможность просрали вместе с Андреем Котовым. Чтобы он сел с нами, сел за барабан, чёрт подери, и сыграл свои партии. Он нам скинул все проекты, уже все было на мази. Ваш просто один телефонный разговор все разрушил. Просто после вот этой истории, после этой подготовки Андреем, они расстались, во-первых, в какой-то момент, да, у нас был фестиваль Доброфест, на который поехали мы, смысловые галлюцинации, и Cosmic Latte. Предпоследняя репетиция группы Cosmic Latte. Уже послезавтра мы выезжаем на фестиваль Доброфест. Мы сами не слышали, что было, и не знали, что будет. Если я не стану поп-звездой, я стану голосом народа.
Чай, кофе, минеральная вода в ассортименте чайной продукции имеется в продаже проводников вагонов. Также имеется у нас беспроигрышная железнодорожная лотерея. Играем, товарищи. Дисков нет записанных. Флешек тоже нет, я смотрю, у вас записи, записями ваших писем. Все это остальное. А что мне камера? Я что, в Хакасию повезу вашу камеру? Значит, берем железнодорожные билеты. А мы вот подъезжаем к Ярославлю уже. Ну что? Ну, ребят, с Богом. Мы вышли из-за кулис, взяли директора фестиваля Сережу Силушина. Я, Буба и Силушин вышли на поле посмотреть новую группу из Екатеринбурга. Новая группа из Екатеринбурга не прозвучала. Ну, то есть совсем. На Барфес ужасно, я ревел, уезжал, когда. Мне хотелось вообще все бросить. Этим больше не заниматься. Я думаю, что это больше моя ошибка. Это я в какой-то момент просто начал что-то менять. От подложек отказались. Отказались от плейбеков. Леха ни разу с нами не выступал. Он поехал с нами уже на Доброфест. И когда группа выступает на каких-то важных мероприятиях, это становится видно, понимаешь, когда ты зовешь, там, не знаю, журналистов, друзей на старый новый рок, чтобы они посмотрели на группу Космик Латте, выходит группа Космик Латте и обсирается. На Доброфест их больше не зовут. Зато зовут на нашествие. Здоровых. Стихи, планы там, все, что было связано с Космик Латте, составили только на память кое-что. Это у нас бейджик из фестиваля. Фестиваль Урал-рок, на котором нас заметили смысловые галлюцинации. Мы там заняли первое место. При этом стояла пьяная толпа гопников и кидала нас бутылками пивными. Я же вообще как девочка. Я не стесняюсь одевать женскую там одежду или еще что-то. Мне как бы это прикалывает. Не знаю почему. Как-то я больше раскрываюсь. Картину недавно рисовал вот этот Афоня. Вот этот человек, Афоня, он, как бы сказать, вот он вроде бы такой бесшабашный, там все такое, но при этом у него постоянно боль в сердце. Вот примерно у меня, знаешь, такое же состояние постоянно возникает. То есть как бы ты, типа, там веселый, там, например, или там у тебя все, типа, хорошо, но при этом постоянно ощущение какой-то тревоги, какой-то потерянности. Так, может, не нужны вам никакие продюсеры, раз так все грустно? Сейчас, когда мы остались вдвоем с Саней, мы стали в этом деле смелее и не бояться показывать себя такими, какими есть просто дома, то есть без студий. За окном балкон, за балконом двор, во дворе дом, смотрю в упор, дом, дом. Thank you.
коротко о главном. Курс доллара США на торгах московской биржи преодолел уровень в 39 рублей. Завершившийся в Брюсселе саммит ЕС оставил в силе санкции в отношении России. В послании Федеральному собранию президент России подчеркнул: разумное импортозамещение – наш долгосрочный приоритет. О, нифига. Что смотришь? Трюфо. Что? Трюфо. Да я пересматриваю. Семейный чек. Скромное обаяние буржуазии. Ну, Арсений, наш басист, работает администратором на студии Panda Music. Короче, Арсений, у него такая сложная судьба, потому что ему приходится испытывать на себе психологический прессинг в виде массы приходящих екатеринбургских молодых музыкантов, творчество которых ему, мягко скажем, мало нравится. Ребята стараются. Почему это? Лучше, чем заниматься грабежом. В принципе, это интересно. Порой послушаешь, думаешь, лучше бы воровали. Говнари. Там дверь надо закрыть. Ой, я закрою дверь, а то мне не нравится. Это у тебя сок, можно попить? Там не осталось. Это у тебя трюфо, можно посмотреть? Уже заканчивается. Это пивас? Его надо выгнать из группы. Алексея Бычкова, то есть. Увижу еще хоть раз тебя пьяным, Алеша. Женя Григорьев, у нас все хорошо, мне завтра вставляют золотой зуб. Зуб открывашку. Мы пьем алкогольные напитки, и у меня отнялась нога вчера. Женя Григорьев, у нас все хорошо, мы едем в культурную столицу России. Что, было, нет? Ну, какой это... Давайте сделаем дубль. Женя Григорьев, где бар? Мы в Москве ищем какой-нибудь бар, чтобы выпить. Пока находим только катакомбы. Моя подруга любит Михаила Круга. Мы решили собранием нашей группы, что Алексей Бычков отстраняется от алкогольных напитков. Надо запретить ему это. Я считаю, что это вредит, во-первых, его здоровью. Да, на что нам похер. Во-вторых, это вредит игре. Давайте дальше без него снимать. Ну, то есть, больше ничего интересного с Алексеем не случится. В общем, случилось страшное. Настало время, которое убило героев. То, о чем мы кричим с начала 2000-х, героев осталось мало, я буду скучать. Сейчас оно как бы произошло, все, героев больше нет и не будет, видимо. Я не понимаю, как бы это, как так произошло-то. Это же вот на наших глазах все измельчало. Все же было. Что случилось? Общая депрессия, она как крышка на плове, прижимает всех вообще к земле. Потому что непонятно, как самореализоваться, как обратить на себя внимание. Если ты заставил нажать кнопку play, первые 10-15 секунд должны взять за ноздри. Если они не взяли за ноздри, ну, человек не будет дальше слушать и дальше будет листать. То есть все зависит исключительно от самого артиста. Какой креатив у него будет, как он это подаст. Люди нынешние не умеют сотрудничать. Они не то, что не хотят, они просто не умеют. Они не умеют быть гибкими, они не умеют принимать позицию другого человека. Они не хотят пытаться понять происходящее. То есть для них жизнь – это картинка, которая вот мелькает перед глазами. То есть ну, глубины как бы нет. Поэтому, когда ты просишь их о чем-то, они... Слышать только слова. Когда умокнет все песни. Рок-н-ролл этой ночи. Я думал, будет хорошо, а вышло не у. Мы находимся в галерее уличного искусства «Свитер», и это выставка, которая посвящена музыкальной культуре города Екатеринбурга. Объект, который посвящен песне группы «Сансары». Обладаете летом, пожалуй, будут особенно хороши. К сожалению, на камеру вы ничего не поймете, но тут можно это понюхать.
Как же пахнет глэм-рок. Что-то панк, регги. Ну ты понюхай. Запахи. Ну в панке там говно. Мать боже. Фу. Если пройти сюда, мы можем увидеть работу Ильи Мозги. Илья задался вопросом, что общего между уличным искусством и рок-музыкой. И это протестные тексты. И он тему протестности обыгрывает вот такими коктейлями Молотова. Чего не видно, мы не роховые зерна. Нас теперь собрали. Смотри, малахитовая уральская, коза. Ну что это значит? Играли там манная каша, там коза рогатая. И детей вот так пугали козой, чтобы отпугивать от них демонов. Здесь обыгрываются смыслы рок-поэзии. Например, вот это трек «Время колокольчиков» написал Башлачев. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола. Не знаю. Многоуважаемый Шахрин и Бутусов, слава ПТРК. Там он делал портреты бомжей из грязи, здесь же он делает портреты музыкантов и из вина. Ой, ты что там бывает? Райок такой, подвальный. Шикарная жизнь. Курара. Вот она шикарная жизнь, как длинный фильм. Это альбом группы Orphan Juice. И здесь те обложки, которые, на взгляд художников, наиболее удачны. Не знаю. Дальше. Тут вообще прикольно так-то. Ага, прикольно. Не знаю. Полная. Слушайте, я знаете, что понял? То, что у нас впервые с вами культурный досуг. Мы никогда этого не делали. Мы просто пили в гараже. Всегда. О, видал? А, это типа калейдоскоп, что ли, детский? А чё за прикол? И можно увидеть, как происходит волшебство. Группа трек. Первый раз вообще. Группа трек? Да, я слышал, кстати. Я тоже слышал. Старая она очень. Группа трек из Свердловска. Одним ударом разбить привычный мир. Все отдать и даром. Ну, короче, что скажешь? Эта музыка очень интересна. Джус, Матилус, Матилус. Круговая порука мажет, как копоть. Я беру чью-то руку, а чувствую локоть. Я ищу глаза, а чувствую взгляд, где выше голов находится зад. Слава, слушай, Севу, Дима, Свите, BBC. Они знают все, о чем не спросить. Тебе противно то, о чем они говорят. Приходи ко мне ночью, будем слушать «Маяк». Чуваки, и вправду чекисты висят. Городок чекистов на Курара, понятно. Сказать, что я удивлен, это ничего не сказать. Курара и городок чекистов. Ну, это не дает повода для гордости особенно, мне кажется. Да и вон еще городок чекистов. Вот от всего произошедшего какая-то депрессия начинается. Вообще, как вам выставка? То есть не хочется поучаствовать в хронологии событий? Слушайте, как вы думаете с этим инструментальным проектом? Вот что-то будет подобное или нет? Нет, не будет? То есть безнадежно, да, ты считаешь? Почему? Потому что в каждой вот из этих картинок, да, вот здесь есть герой всегда. В общем, что я хочу сказать? В общем, я хочу вернуться к нормальному стихотворному материалу. Понятно. Текст где-то нет. Ты не хочешь музыки с текстом? Нет. Да? Короче, решайтесь, господа. Я решил продолжить сам себе Джо. Вы готовы на это или не готовы? Я против. Я готов, как всегда. Понятно. Пока, да? Пока. То есть оставайся сам со своими стихами. Нет, в смысле. Эти чуваки, которые вот здесь вот висят на стенах,
Они имели определенную претензию к миру и не могли эту претензию прятать в себе. Это я и серая масса. А тут серая масса, она внутрь забралась. Сейчас протест больше ушел внутрь. Войны начались с самим собой. Дорогая твоя рана болит, морозное утро, трамвайное соло. Да смейся, милая, я инвалид, как всегда, обопрусь на костыль рок-н-ролла. Кореш — это мой, вот, Витёк. Меня научил играть на гитаре. Угу, на, держи. Спасибо. Гроба некрасиво, в поезде пьяны. Тамбур бесполезный, жизненный опыт. Что ж, не привыкать к агрессии. Буду думать о своем, буду думать о своем. Квартира, машина. Квартира, машина. Я решил собрать группу тоталитарным режимом с одним лидером, с моими текстами, с моим голосом. И являться в ней фронтменом и басистом одновременно. И полностью подчинить себе других людей. Ренессанс, да? Это итальянское слово. По-русски оно означает возрождение. Но в советское время условная эпоха Ренессанса – это вот хрущевская оттепель. Когда Сталин помер, вот тогда вот начали выпускать из тюрем людей, всякие стиляги пошли, вот стихи поэты вот начали читать, рок-н-ролл там все. Ну и все думали, что так оно и будет, а этот период оказался коротеньким. Хрущева сняли, обвинили в волюнтаризме, и Ренессанс закончился. Вы-то что? Я пил, я в это время работал, пил, учился в университете. Это оставалось неизменным. Свободу же не задушишь, это бесполезно. Все, заканчиваем. Ты вспомнишь снежную Россию с прозрачной зимней белизной и с непреодолимой силой на родину потянет вдруг весной. День убит, от сердца угли, пустота и слабость, боль, жизнь, как черство, серый бублик. Я сфальшивил эту роль. А что, нормально? Закончилось? Да, все, я сфальшивил. Хорошо. Все. Капец. Я временно беременна от милого тайком, и счастье звездноглазое с любовью ждет мой дом. Вас учили вообще читать стихи? Вот нет, так встанешь, и все, капец. Выше, говори вот так, что туда. Я смотрел в глаза смерти, мы вели разговор, не страшна мне, поверьте. Мы стояли створ в створ. Я прошел, оглянувшись на оклик ее, из уст увернувшись, сердце поет. А кино-то про кого снимаю? Про тебя? А, кино? Да. Какое? Вот это. Ну нет, значит. Про меня. А, про тебя снимаю. Ты Никита. Все верно. Про меня. Бобров. Бобров? Не Багров, а Бобров. Бобров. Бобр. Бобер. Я зашил оба глаза иголкой. Повседневных походов для... Зарабатывание без толку, материальных благ для себя. Начало очень хорошее, две строки офигенные. Я зашил оба глаза иголкой повседневных походов для... И ждешь сейчас рифму там, не знаю, что... Матершины слово влазит. Да почему? Слово «земля» может там вообще появиться. А появляется зарабатывание без толку, материальных благ для себя. Все рушится, это уже не стихи.
Я зашил оба глаза иголкой повседневных походов для зарабатывания без толку материальных благ для себя. Книжек я не читаю, в театре я не был давно. Я стою рядом в трамвае. Здравствуйте, я никто. Все дерьмо. Life is life. Жизнь есть жизнь. Не хочу продаваться. Не хочу продаваться этим хамам. Посмотрите, какая красота. Люблю этот город. Я люблю. Я живу. Что мне еще нужно? Да ничего. Я прекрасно себя чувствую. Коротко о главном. Группировка ИГИЛ объявила о своем переименовании в Исламское государство и создании на подконтрольных территориях Исламского халифата. В Мехико на 88-м году жизни скончался всемирно известный писатель Габриэль Гарсия Маркес. Сегодня 10 июля, день рождения всемирно известного писателя Марселя Пруста. Женя Григорьев. Женя Григорьев. Если ты не врубаешься, то... Женя Григорьев, врубайся в Пруста. Извини, как бы. Как бы попусти, блин, но это Марсель Пруст. Роскошь во всем. Играй, Сеня. Чё играть? Мы под хмуром. Чё я буду играть? Играй рэп, си, потом мисс. Играй рэп. Нормально порепали. 3 мая. Очень плохо. Счастливые трезвые часы. Егерь надо было брать. Почему ты часто об этом подумал тут? Только насчет концерта не нажираться. После концерта все что угодно. Я не буду, мне на работу завтра. Женя, у нас все очень плохо. Мы пьем алкогольные напитки с Серегой. Выключай камеру. Как мы видим, это называется третья волна уральского рока встретилась с земляками. Я упал. А потом он еще упал. Бил по плечу, попал по ебаку. Женя Григорьев, у нас все хорошо, мы смотрим свысока. О, кремлевские бляди. Как у нас в Рязани, да. Золотые лексусы повсюду. Во что превратили Россию? Женя Григорьев, у нас все хорошо. Мы пьем алкогольные напитки. Даем коров. Шахрин, что вы хотели этим сказать? Зачем ты отобрал нас для этого фильма? Мы больше не хотим сниматься в документальном кино. О, нифига. Привет. Вячеслав, привет. Короче, Слава, мы монтируем, в общем, кино, и вопрос такой, какое
место алкоголь занимает в жизни группы «Городок чекистов»? Довольно большое значение, вплоть до определяющего. Видишь ли, в чем штука? Я не могу найти практически ни одного кадра, где вы без бутылки. Один алкоголь, Слав. Ну, все же много выпивают. Не все, Слав. Да? Мимо красного и белого часто я прохожу тут. По-моему, все много выпивают. Один мужик стоял перед дверьми и не заходил, а только покачивался. Ну, ты увидел жизнь, как она есть. Понимаешь? Прости, Артём, что я боюсь. Прости, Артём, что я боюсь. А для наших гостей столицы Евгения и Артёма звучит следующая композиция. Браво, танцующий. Окей. Знаешь, я книгу напишу «О эти обстоятельства». «О эти обстоятельства»? Да, как да. Я не стал рок-звездой? Будешь ли ты заниматься музыкой или нет? Правильно? Будешь ли ты заниматься смысловыми сотрудничать или нет? Все, вот этот вопрос. Я сидел и снимал тебя. Я не вижу в твоем лице желания, возможности, стремления. Ты какой-то уставший, растерянный от всего от этого. Ты говоришь слово «закончить». Ты не говоришь слово «начать». Ты думаешь, ты так сможешь записать альбом? Слушай, записать альбом я уже делал миллион раз. И что? И у меня было 2 песен до этого, еще до этих 5 песен. И где они? Эти песни я стал не нахер. Послал их и не стал их записывать. Почему? Потому что у меня поменялась концепция, я собрал другой коллектив, начали мы другую делать песню. Ну и что? И мне сейчас, в данный момент, херово, потому что все это время я нереально ломил. Если ты сейчас растерян, это нормальное человеческое состояние. У меня лицо. Какое у меня может быть еще лицо? Вы пришли в момент, когда мне было херово. Ребят, начали, чем ты занимаешься? Я ничем не занимаюсь. Ничем. У меня ни группы сейчас в данный момент не было, ничего. Год этой жизни — это был год смятения нахер. Потому что я реально, блядь, я человек, а не, сука, не робот. Гармония вершин и впадин, касание небес, блеск глаз. И звездное свечение, еще одно такое же мгновенье, и вечность станет с нами рядом. И вечность станет с нами рядом. У меня вопрос только один, что я занимаюсь этой кривой музыкой, и я, блядь, доделаю это дело. И мне, блядь, тяжело этот фильм нахер снимать, честно говоря. Сидеть. Я не ожидал, что мне это, блядь, не будет нравиться. Вот и все. Априори мы видели поколение людей, которые не справились. Слишком много произошло, скажем так, отвлекающих маневров у жизни. А нужно понимать, что музыка, как любое искусство, развивается волнообразно. Мы просто, так случилось, попали в минусовую волну. Этот минус пройдет, и когда-нибудь будет следующий плюс. Александр Пантыкин, студент Уральской консерватории, автор музыки к 3 спектаклям свердловских театров. Все время считалось, что наше творчество какое-то... Не такое. Не такое, которое нужно народу.
То есть все время считалось, что мы какие-то вредные. Несмотря на то, что когда мы спрашивали, а в чем конкретно вы видите, вот, так сказать, вот такую сторону, скажем, нашу... Они формулировали не то, не вредно, а не полезные. Понимаешь, это разная формулировка. Конкретно, конкретно не могли не было, ничего сказать. Но и полезности нет, понимаешь? А из чего состоял ваш день, ну, скажем, в каком-нибудь 80-м году? И мне будет интересно послушать воспоминания в настоящем времени. Сейчас, что такое там? Это мои дневники, я сейчас прочитаю тебе день. У вас прям в этом столе дневники? Да, мои дневники. У меня назывался дневник Алекса, продюсера рок-группы Orphan Juice, часть 8. Обратите внимание, обычные дни писались синими чернилами, день концерта писался красными чернилами. День был таким. Утром ванна и завтрак. Такси крохи, в аккорде купил палочки. Днем обед и отдых. 17.00 архитектурный. 18.00-19.00 последняя прикидка на сцене. Дальше перечисляется программа из 13 песен. 19.10-20.30. Итого концерт шел 1:20. После концерта мы за сценой киряли, обсуждали отыгранный концерт. Успеха не было. Зал принимал средние, но есть концерты работяги. Без них немыслима жизнь артиста. И это был именно такой концерт. Вот, пожалуйста, еще один день. Я помню, например, как остро шла работа в Orphan Juice над текстами с Кормильцем. Было ощущение, что слово – это бомба. Совет молодым. Это сразу же подняться на определенный энергетический уровень, когда энергия просто перешибает любое зрительское равнодушие. Первые 5 дней октября – очень важное время для всех поклонников документального кино. В Екатеринбурге стартовал фестиваль неигрового кино «Россия». Фильмы сняты по реальным событиям и показывают жизнь, как она есть. Программу продолжает фильм «В ожидании варваров». Режиссер Евгений Григорьев. Эту картину я делал очень долго. Это, наверное, первая моя авторская работа спустя там 7 лет. Вот посмотрим, что из этого получилось. Да ну ты не грусти, да. Съем. Кипяточку бы, а то холодно. Пить меньше вчера надо было. Поехали домой, Жень. Пожалуйста. Ты что сейчас? Ну это шляпа все. Монтаж спасет. Я тебе вчерашний фильм 4 года монтировал. И что? Я хочу домой. В моем городе самая тяжелая работа — любить кого-то, но кто-то же должен выполнять эту работу. В моем городе каждый час возникает желание убить кого-то, или я кого-то, или меня кто-то. Это что-то из разряда фантастики, что-то из классики, кем-то уже было когда-то поставлено. Это постоянно рядом с нами и меняет местами фонограммы прошлого. Что-то хорошее рядом,
надо больше хорошего. Тише, глубже, что-то рядом хорошее дышит. Дальше, выше, надо больше хорошего слышать. Парни, смотрите, у нас как бы крайняя экспедиция, смысл ее в основном в том, что мы хотели на что-нибудь вместе сделать. И мы подумали, что самое такое полезное – это сделать видео, потому что денег-то у вас нету и камер нету, а у нас есть камеры. Женя Григорьев, я пока не готов снимать клип. Сорян. Что он еще может сказать? Парни, если вы думаете, что мне этот клип нужен, он как бы мне нужен ровно настолько, насколько нужен вам. В этом и заключается группа «Городовщиков». Очень плохо. Как всегда. Как всегда все рассыпает о нашу индифферентность. По-моему, очень смешно, потому что мы сидим на какой-нибудь на крутой московской студии, и модные московские продюсеры охеревают от того, что мы не можем взять два аккорда. Потом режиссер сидит и говорит, типа, чуваки, как бы, крутой клип, все бесплатно, не будете снимать? Все такие, ну, не знаю. И как бы, вот... Вот так вот мы живем, как бы. Ну так что будем делать-то, Слава? Да уж. Я понял. Я все понял. Что жизнь больно. Никто не готов брать на себя какую-то ответственность. Вот так я думаю. Чувак просыпается с утра, смотрит, а у него ногти накрашены, короче, руки женские. Одеяло так скидывает, а там ноги женские, короче. Встает в панике, подбегает к зеркалу, там девушка стоит вместо него. То есть мы его видим таким, а он себя видит вот таким. Вот, он встает, значит, одевается, идет по городу и сталкивается глазами просто из встречного потока с девушкой. Проходит дальше, и тут в отражении витрины он видит то, что он — это она. То есть у него вообще паника. То есть... Он, короче, превращается в девочек, которых он видит. Да. Такая хорошо. История Казановы, знаешь. История Казановы. Это вот. Тебе графичная, так понимаю, история? Не, ну каждый про себя что-то пишет, да, наверное. Потому что я, видимо, сам был достаточно влюбчивым человеком, и сейчас им являюсь. Первый же клип, он же должен работать на тебя. Ну, то есть... Да. А, лица, хочешь сказать, что лица должны светиться. Ну, смотри... Не светиться, а просто быть... Именно мы в каких-то таких... Ты? Я. Не, ну с группой же все равно. Какая группа у тебя? У меня отличная группа сейчас. Ты так говорил и год назад. Я всегда буду так говорить, потому что я люблю людей, которые мне помогают. Это хорошо. Но группы у тебя нет. Я согласен, да. Поскольку денег у нас нету, нам нужна очень мощная идея. Почему-то мне нравится скотч. Скотч? Скотч, много-много скотча. Намотать, чтобы я играл, и он как бы обвивался вокруг рук, чтобы меня в итоге полностью вообще заматывал. Предположим, красный. Идея у нас звучит так для клипа.
текст как тело. И если человек — это есть книга и есть текст, то мы представили конечной точкой клипа — это показать всю Вселенную в виде библиотеки. Ну ладно. Аня, вот. Ты можешь сказать, что он имеет в виду? Этого не нужно понимать в прямолинейности. Мы хотим сделать клип, который будет передавать это ощущение и мистику. Смотри, просто портрет человека. Да, смотри, да, да, вот да. Дима. Вот да, ты давай. Кадрируй вот прямо вот да, так. Вот прям кадрируй, да. Вот кадрируй. То есть мы как бы его пытаемся понять. То есть спокойно как бы мы просто как бы его ощущаем. Массаж. Это все? Или я вижу еще там кучу. Да, еще есть две эскизные идеи. Просто путь и, собственно говоря, крест. Я лежу, допустим, с этой дубиной, которая вот наверх привязана. Стою, значит, иду с этой штукой. Раздвигаюсь. С крестом, да, вот с этим вот. И как бы упираюсь и не могу дальше, допустим, пройти. Ну, вообще, в целом, это не то, чтобы Христос, а имеется в виду, что все, нет, типа, несут, да, свой крест. Что это путь, это вот такая вот ноша. Я за. Я за воскрешение. Абсолютно. Вот смотрите, ставки очень высокие. Нужно чтобы клип... Да просто нужно себя изнасиловать по полной. Чтобы ты шел чуть ли не босиком там, и тебе было реально плохо. И все будет хорошо. Нужно изнасиловать себя по полной? Не, ну это смело, ё-моё. Нет, я... В говне измазаться ради клипа готов, собственно говоря, это вообще без проблем. Если группа «Городок чекистов» прекратит свое существование, я не думаю, что это будет какой-то удар, от которого я, например, не оправлюсь. Я ведь не настолько занят музыкой, чтобы бросать ее. Поэтому это может случиться в любой момент. Может быть, это уже случилось. Привет. Меня Вика зовут. Очень приятно. Мне приятно. Здравствуйте, меня Никита зовут. Аня. Очень приятно вы. Приятно. Разденьтесь. Хорошо. Верхнюю одежду. А вообще, как вы музыку слушаете? Ну, разную. То есть бывают какие-то рок-композиции, да, тоже? Вот рок-композиции нет. Рассказываю сюжет. Я буду раздваиваться. У меня шизофрения происходит, раздвоение личности. Черное и белое, да? Два разных пути музыканта, ну или творческого человека. Вы посередине всего этого дела находитесь, песня о женщине. И вы должны взаимодействовать с этим шнуром. Удушение, предположим, прыгание через скакалку, да, то есть вот эти вот резиночки, игра. Может быть, какое-то запутывание, ну, специально сделанное. Запутывание, распутывание, понимаешь, да? Угу. Все, что ты умеешь, танцы. Так. Вот, ты должна максимально, как это сказать? Угу. Вот такая вот задача. Чувствую себя глупо очень. Я даже в школе стеснялся танцевать, понимаешь, и вообще какие-то лишние движения делать. А с ногами? На пробу. Если честно. Чего? Первая больше понравилась. Ну, в ней чего? Больше, по-моему, вот этого, как сказать, больше к песне подходит. Привет. Здорово. Ну
что сыграем? Это. А если открыть? Открой у себя тоже. Мы назвали это марш из культурников. Ой, свояк, здорово. Здорово, свояк. Ну как ты? Просто у нас свой ритм, и мы живем в нем. Что с этим делать? Ничего. Ты уже записали такую классную мелодию? Супер, парни. Еще поярче. Чувствуешь энергию? Сука. Будь здоров. Нет, не чувствую пока. Но скоро почувствую. Если говорить о перспективах, перспективы у нас не очень дальше наших собственных носов, хотя они довольно длинные у всех. Хороший текст, он, как правило, получается, если он более или менее абстрактный, то есть немножко отвлечен. Это должно быть довольно искренним. Не подверженные девальвации в творчестве. Искренность и прямота, которая заставляет человека, ну, заняться этим творчеством. Потому что чувства, которые ты транслируешь, если они действительно искренние, это будет оценено. Да, вот это правильно. Зачем вы крутитесь? Вам правда интересно? Может быть, это останется тайной? Так будет больше интересно. О, дорогая твоя рана болит, морозное утро, трамвайное соло. Ты поешь быстро, а идешь нормально. И держишь дистанцию с Артемом. Понял. Суровый уральский парень. С криминальным потенциалом. Ага, хорошо. Сюда поднимайте. Да, вот, да, вот, да, вот, да, вот, да. Лицо, вот, да. Вот, ага. Прямо вот сюда. Вот сюда. Так, вот, приготовились. Вот, да. Огонь! Давай еще раз. Нормально здесь все, да? Хорн, Репентанс, Нюклер Винтер. И вот понятие уральский блэк, если когда-нибудь в каком-нибудь диске не читали, Юрал Блэк, это вот с преисподней пошло. Даже Фенрис в норвежском зине сказал, что я знаю, есть такое место Урал. Я понятия не имею, где это, но музыку они делают крутую. Вик, попробуй больше с импровизацией, просто в ритм музыки и все. С импровизацией хорошо? Да.
Привет, мой друг. Алло. Алло, Женя. Связь прерывается. Ну да, да, да. Скоро будешь, да, уже? Нет, все еще только начинается. Хорошо, ладно. Угу, давай. Вчера мой гитарист взял вот так вот за грудки. Никита, а что ты, говорит, вообще хочешь? Я хочу максимально точно, достоверно донести наше время через свои песни. Я хочу стать хорошим, хорошим, крепким автором песен. Да, я хочу стать знаменитым. Что ты собираешься делать? Не могу ответить. Толком-то. Я мог показать свои песни Шахрину, Пантыкину, Бабунцу, да черт знает кому. И? И потому что постоянный фарш происходит в жизни, естественно, я ни до кого не дошел. В чем моя проблема? В чем проблема? Ищи там. Кого там потерял? Мудя? Ешу! Стоп! Класс! Приготовились! Начали! Над степью стон ветром окружен, тонок стебелек переломленом. Как бы вот внутренний такой человек это возникает. А Космиклоте — это я. Болью рождена горькая слеза, в землю упадет, я год назад ты сказал, что должен зарабатывать 700 тысяч в месяц. Ой, слушай, ты меня слушаешь все время. Я же шпаненок еще. Всякую фигню могу намелить. Такую, что вообще абсолютно не взрослый человек. Сколько тебе лет? Мне 27. Сегодня съемки. 8 ноября. Сегодня годовщина нашей свадьбы с Аней. Горько! 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 Горько!
Зачем делать кино, если его и так полно? Зачем делать песни, когда их и так полно? Зачем рисовать картины, когда их вы на каждой стене виситесь? Этого на самом деле много, но мне кажется, что в этом есть основной подвох современного мира. Что кажется, что много, а на самом деле ни хрена нет. С этим масштабом нужно как-то примиряться, нужно как-то жить. Наши два альбома, они, я думаю, они очень российские, транслирующие состояние людей нашей страны. Это состояние недвижимости, какой-то инертности. С другой стороны, всегда есть пружинка, которая может выпрямиться. Всегда есть какой-то нерв при внешнем, казалось бы, спокойствии. Я не могу пока тебе сказать про стремление. У меня теперь, вернее, возможно, сейчас я просто еще в таком возрасте, хоть ты и говоришь, что 30 лет, но мне кажется, мне еще пока что не 30 лет, как-то психологически. Поэтому мое подвешенное состояние и неспособность четко ответить на какие-то вопросы жизненные связано как раз-таки с этим. Мне кажется, для всего должно прийти свое время. Хотелось бы делать вещи, которые выходят за круг повседневных дел. Если бы люди знали, куда они идут, зачем идут, наверное, они шли бы быстрее. Так вот, наверное, наша задача и состоит догадаться, куда и зачем мы идем, и пойти чуть побыстрее, идти до конца этого длинного музыкантского пути. Это и есть какой-то смысл жизни. Наверное, это и есть смысл музыкантского существования. А если по дороге
Тебя еще кто-то услышал? Ты кого-то зацепил, кто-то прошел вместе с тобой? Ты счастливый человек. В эти минуты в Москве начинается последний концерт группы «Смысловые галлюцинации». Лидер легендарного коллектива Сергей Бабунец объявил о распаде группы на 26-м году ее жизни. Сам Сергей Бабунец планирует продолжить сольную карьеру. Идти до конца, пусть все увидят свет огней Урала. Пусть нам никогда не будет покоя ни на небе, ни на земле. И пусть мы не станем самым последним героем, станем хотя бы точкой в прощальном письме. А нам всегда всего будет мало, пока горят огни Урала, пока горят огни Урала. Ты что, снимаешь-то? Привет, ребята! Привет! Мы группа. Записки на манжетах. Город Челябинск. Привет, мы группа Кисель Топинамбура. Привет, мы группа Марк. Привет, мы группа Ева. Здравствуйте, я автор-исполнитель Роман Ковальский. Меня зовут Павел, я руководитель группы шаманского рока «Хурал». За это время мы отыграли немалое количество концертов. У нас все хорошо, мы написали много новых песен. Мы участвовали на различных фестивалях в Свердловской области. И занимали дипломы, получали сувениры и денежные сертификаты. А вот буквально недавно вместе с другими великими музыкантами мы попали в книгу «Альманах» о легендах уральского рока. А еще в прошедшем году вышел мультфильм с нашей музыкой. Также построил себе дом, и уже в апреле у меня родится сын. Также мы сделали вот такой моднейший гастрольный баннер. Я благодарю проект «Пророк» за возможность заявить о себе. Было много всего, хорошего и не очень, но самое главное, что мы продолжаем заниматься своим любимым делом. Все только начинается. Спасибо вам за то, что вы с нами. Пророк жив. Мы живы. Мы живы. Мы среди вас. Вы нас не видели. Каждое утро я встаю и смотрю кино. Иван Васильевич или Джеймс Бонд, мне все равно. Каждый вечер я подношу микрофон к рту. Я несу людям свет и доброту. Пока бесчисленные песни безжалостных попыток засоряют эфир. Я просто спасаю мир. По субботам я хожу в местный рок-клуб. В рок-клубе играет много хороших групп. Я люблю Курару и обе-две. Они тоже поют о любви и доброте. Пока бесчисленные песни безжалостных поп-групп засоряют эфир. Я просто спасаю.
спасаю мир. А еще по ночам я стал изучать кабалу. Мне нравится верить, что я никогда не умру. Я не закрываю ВКонтакт и Фейсбук. Я открыт для новых друзей и подруг. Пока бесчисленные песни безжалостных поп-групп засоряют эфир, я просто спасаю мир.